Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня тема нашего видео – это ажурный жилет. Вообще, мировые модные тенденции в отношении жилетов все больше тяготеют к комфорту и удобству вязаных изделий. В общем, очень популярны стали жилеты, изготовленные в технике ажурно-рельефной вязки, сочетающие в себе оригинальность, универсальность. Благодаря своей универсальности такие жилеты гармонично смотрятся как со строгими брючными костюмами, с платьями и с юбками. Я считаю, что стильный жилет подходит практически всем. Главное – это правильно подобрать его размер, фасон. Современная мода предлагает различные вариации вязаных жилетов, выполненных в разных техниках и стилях. Популярны жилеты с японскими ажурными узорами, так же, как и с различными рельефными узорами в стиле аранского вязания. И все эти жилеты прежде всего ценятся за свою оригинальность и элегантный вид. Неотъемлемой частью популярности вязаных жилетов, конечно же, является их практичность и универсальность. Они очень легко сочетаются с разными предметами одежды, подчеркивают индивидуальность своего владельца. И сегодня мы будем разбирать с вами вот этот жилет, который связан ажурным рельефным японским узором. Этот жилет я вязала сама, и я сделала для вас подробный разбор вязания, и у нас будет подготовлено описание для размера 50-52. Это российский размер. Длина этого изделия 56 сантиметров, ширина тоже 56 сантиметров. То есть это такой укороченный вид у нас жилета получается. И я думаю, что это на средний рост. На мне этот жилет прекрасно сидит. У меня рост 1,62 м. То есть такой вот невысокий рост. Манекен, который сейчас перед вами, имеет рост 1,75 м, девушка. На ней тоже прекрасно сидит, хотя размер манекена 44. Так что, если рассматривать стиль оверсайз, то видите, данный жилет настолько универсален. В 50-м размере отлично смотрится и в 44-м. Этот жилет легко отрегулировать по ширине и по длине. И давайте сейчас более детально рассмотрим, как я его вязала. Узор я не вяжу. Я вам показываю схему, выкройку и рассказываю, сколько петель я набирала. И, в общем-то, более детально чуть позже. Сейчас я хочу показать вам пряжу, из которой я вязала данный жилет. Итак, я вязала данный жилет спицами 3,5. Использовала пряжу, прекрасную полушерстяную пряжу. И 100 грамм у нас 280 метров. Вяжется данный жилет отдельными деталями. Спинка перед. Все это сшивается затем. И вяжется планка по вырезу горловины отдельно. И две планки проймы. Так. Что касается, сколько петель набирать, как распределять узоры, давайте сейчас я вам тоже об этом расскажу. Но вначале посмотрим с вами схему и выкройку. Это классический вариант у нас с вами используется. Вывязывается пройма. И, в общем-то, давайте посмотрим выкройку. Конструктивно выглядит вот так выкройка. Размеры я все расскажу вам чуть позже в описательной части, когда я буду вам говорить, сколько петель набирать и так далее. В расчетной, то есть, части. А конструктивно вы видите абсолютно равнозначно перед спинка, различие переда в спинке только в вырезе горловина.
по переду он у нас V-образный. Так, и схема. Схему узора делайте скрин, девочки, экрана. 19 петель у нас составляет раппорт узора. Вот я показываю, значит, вот отсюда у нас идет, да, и вот отсюда, вот черточка, тут и тут. Заканчивается и начинается двумя изнаночными. Пустая клеточка – это у нас изнаночная петля. Лицевая петля обозначается вертикальной черточкой. Круг – это накид. И вот этот вот знак такой – это две вместе лицевой с наклоном вправо, и это, соответственно, две вместе лицевой с наклоном влево. Этот знак из одной петли мы вывязываем три. То есть мы третью петлю накидываем на первые две. И сбрасываем эту петлю и вывязываем как лицевая, накид лицевая. Таким образом формируется из одной петли три, из трех петель три, то есть вот таким образом. Понятно, да? Так, 38 рядов у нас высота этого узора, и он, в общем-то, собственно, весь перед вами. Еще я не сказала, вот этот знак, это мы перекрещиваем с вами 4 петли направо и 4 петли налево. Еще у нас будет использоваться между вот этими раппортами будет идти 6 лицевых петель, то есть это будет жгут у нас на 6 петлях лицевых, и об этом я расскажу в расчетной части. Более подробную схему вам покажу. Ну, все. Еще там используется у нас такой узор, как я его называю путанка. О нем я тоже расскажу чуть позже. Так, а сейчас, мои хорошие, давайте перейдем к самой интересной части, к расчетной. Описание данного изделия у нас будет в виде текста, вот такого текста под видео, девочки. Здесь я подробно все рассказываю, и сколько петелечек набирать, и как распределять узоры. В общем, имейте это в виду, что все это есть, все, что я буду вам сегодня рассказывать, есть в текстовом варианте под видео. Вот это описание. Итак, девочки, начинать мы вязать. Всегда начинаем с вязания образца узора. Ну, я его, к сожалению, уже распустила. Я его связала, посчитала плотность и распустила. Но про плотность я вам сейчас начинаю говорить. Значит, у меня получилось в лицевой глади по горизонтали в 1 сантиметре 1,9 петель. И если вязать узором, то в 1 сантиметре получилось 2 целых и быть точной 0,5 петель. По вертикали плотность в 1 сантиметре получилось 2,3 ряда. И начинаем вязать с резиночки 1 на 1. На высоту 5 сантиметров я связала, в общем, 10 рядов резинки. Набирала я 101 петлю для резиночки и вязала резиночкой 1 на 1. Затем в последнем ряду, в самом последнем ряду резинки, я прибавила еще 14 петель равномерно, чтобы у меня на спицах получилось 115 петель. И вот эти 115 петель мы сейчас будем с вами распределять узор. Смотрите, значит, раппорт узора составляет у нас 19 петель, и между вот этими раппортами идут у нас жгуты на 6 лицевых петлях. И вот я распределила эти петли следующим образом. Значит, по центру у нас идет первый раппорт, затем зеркально, симметрично от него справа-слева жгуты по 6 лицевых. Затем снова зеркально-симметрично еще по одному раппорту 19 петель и снова жгуты. Затем 3 изнаночные справа-слева. И все, значит, начинается и завершается 13 петлями путанки узор. Одна лицевая, одна изнаночная вяжется. Кромочная, кромочная. Значит, узор путанка у нас вяжется на 2 петлях в ширину и на 4 рядах высоту. То есть мы вяжем первый ряд лицевая изнаночная, затем все четные ряды мы вяжем как смотрят петли, в третьем ряду мы меняем местами, где была лицевая, там вяжем изнаночную, где была изнаночная, над ней вяжем лицевую, и
четном ряду вяжем, как смотрят петли. Понятно, да? То есть, если образно сказать, это вот так выглядит первый ряд, а второй ряд наоборот. Вернее, третий ряд наоборот. Это лицевая, это изнаночная, это лицевая. Вот таким образом вяжется путанка, если для кого это непонятно, да? Так, ну, узор на 6 лицевых жгута тоже не составляет никакой проблемы. В общем, девочки, дальше рассказываю уже по выкройке. Вот вы набрали, таким образом распределили в первом ряду петельки и пошли вязать. На высоту 27 сантиметров вы связали, свяжете 62 ряда узора. Очень удобно все это считать в рапортах. Как перевести в рапорт, сейчас объясню. Вот таким образом у нас с вами выглядит схема жгута. 6 петель, высоту у нас идет 8 рядов. То есть это вот все лицевые петли, и мы делаем перекрещивание направо. В оригинале показываю вам направо. Вот видите, жгут увеличенный, в увеличенном виде направо. И вот, в общем, 8 рядов вяжется один рапорт узора. Так, что касается распределения узоров, вот здесь тоже очень хорошо это понятно. Да, то, что я нарисовала здесь, так оно и есть. Вот этот узор путанка. Кстати, вот здесь вот, значит, видите, да, я делаю маленький разрез на высоту нашей резинки. Вот. И вот таким образом у меня распределяются вживую узоры. Вот таким образом. 19 петель узор, 19 петель центральный узор и еще 19 петель зеркально-симметрично справа-слева. Вот так это выглядит. Так. Схема узора. Вот у меня в японских узорах. Эта схема, это японский узор у нас. И вот она у нас составляет рапорт 19 петель. 19 петель. Сам вот этот рельефно-ажурный узор. И высоту он составляет 38 рядов. Последний ряд идет изнаночный, как смотрят петли вяжем. Я вязать этот узор не стала вам показывать, поскольку все-таки изделие не слишком легкое, поэтому я уверена, что по вот этому образцу вы сможете связать по этой схеме схематичный узор, нет ничего сложного. То есть для вязания этого жилета потребуется опыт, и опыт у опытной вязальщицы есть возможность читать схемы. Если не умеете читать схемы, надо обязательно учиться. Так, дальше я по петелькам вам начинаю рассказывать. Давайте. Отвлеклись немножко. Вот вы связали до выреза проймы. И затем, значит, через 62 ряда, смотрите, обязательно переводите все вот эти вот ряды в рапорты. Очень удобно считать рапортом. 62 ряда. Рапорт у нас 38. То есть 62 отнять 38. То есть вам надо будет связать один рапорт в высоту и еще 24 ряда связать. Вот. И на этом надо будет начинать вывязывать пройму. Закрывать петельки. Первый раз мы закроем 5 петелек. Через ряд мы закроем еще 2 петельки и еще через ряд закроем 1 петельку. Всего 8 петель будем закрывать для вывязывания вот этого закругления по вырезу проймы. По спинке. Я здесь сейчас не буду, наверное, вам рассказывать уж все детально. Вы знаете, что текстовое описание под видео находится. Там вы все это прочитаете. Там все в сантиметрах и в рядах последовательно изложено. Сейчас я хотела бы сказать, что на вырез горловины я отвела, если 22 сантиметра, то 45 петель у меня получилось. И, наверное, у вас вопрос такой возник. Почему 115 петель я взяла, да? То есть откуда вот берутся вот эти 101 петля, 115? Ширина, потому что у меня моего жилета составила 56 сантиметров. И не зря я говорила про плотность.
56 сантиметров. Я умножил на плотность узора 2,05. Я получила 114,8, то есть 115 петель округлили, да? Вот отсюда взялись эти 115 петель. Таким образом считаются все петли везде. Если я беру на вырез горловины 22 сантиметра ширину выреза, то я умножаю 22 опять-таки на плотность узора, 22 сантиметра я умножаю на 2,05, и у меня получается 45 петель, видите, да? А вот откуда взялись эти 45 петель на вырез горловины. Вырез горловины спинки я закрываю следующим образом. Значит, на высоте определенной там будет изложено. Ну, то есть вот у меня глубина выреза по спинке всего 2 сантиметра. Значит, ну, всего получается 4 ряда займет у нас вырез в высоту. Так. 35 петель мы по центру закрываем центральные, и затем вяжется полотно справа-слева раздельно. Закрываем последовательно 3 петли и через ряд 2 петли. Вот таким образом закрылось 45 петель. И на плечо осталось 27 петель. Это тоже понятно, да? Теперь, как мы считаем V-образный вырез по переду? То есть спинка перед вяжется совершенно одинаково, различия лишь в вырезе горловины. Конечно же, для опытной вязальщицы знают, что также половинками мы вяжем вначале правую, потом левую. И надо будет нам закрыть 22 петли равномерно. По одной петле обычно закрывается в каждом втором, там, третьем ряду. Я сейчас расскажу, как я считаю. Смотрите, я сделала вырез 24 сантиметра. 24 сантиметра вырез по переду. Его высоту, глубину. Да? 24 сантиметра, если мы умножим на плотность по вертикали 2,3, я получаю 56 рядов. Всегда берется четное количество рядов. 56 рядов, и мне надо закрыть 22 петли. Для этого я 56 рядов, 56 разделю на 22 петли, которые нам надо закрыть равномерно. И получаю такое число 2,5. Ну, образно говоря, в каждом втором ряду мы закрываем по одной петле справа-слева, да, равномерно. И все, что остается, я просто провязала высоту уже без всяких убавок. До такой же высоты, что и спинка мы вяжем. То есть 56 рядов должно быть у нас всего связано. И затем также, как у спинки, закрываю оставшиеся 27 петель по плечу. Справа и слева, соответственно, симметрично. Вот и все. Затем, девочки, после того, как все это связано, все эти детали, сшиваются вначале плечи. Затем, ну, честно, я говорю, я сшиваю плечи и бока. Все, я сшила, собрала изделие. Затем беру круговые спицы и поднимаю петельки по вырезу горловины. Значит, у меня получилось, я там в описании написала, 42 петли я подняла вот по одной части, по V, вот этой V-образной. Затем 42 петли я подняла по второй части. И все, что осталось там, получается 41 петля, я подняла по спинке. И все это вязала резиночкой 1 на 1 на круговых спицах. Свободненько закрыла. Приблизительно через 3-3,5 сантиметра, там как хотите, сделайте это. Смотрите, вот здесь, в центре, чтобы получить вот такой красивый, для того, чтобы сформировать вот здесь закрытие такое под углом, вам надо закрывать 3 петли. Таким образом, каждый раз 3 петли вместе провязывать в центре. Таким образом, чтобы вторая петля была всегда центральная и шла она вот так вот, значит,
три петли закрывайте с выделением центральной петли. Это вот так называется вязание. Понятно. Ну все, мои дорогие, после того, как вы свяжете по линии горловины планочку, также обвязываете на круговых спицах проймы, тоже планочку вяжете. Я набирала, по-моему, 96 петель, сейчас уже не помню. Тоже вязала резиночкой 1 на 1 и закрывала довольно свободно. На такую же высоту вяжете планку, чтобы они были одинаковые, как и у выреза горловины. То есть одинаково, чтобы было это красиво, симметрично смотрелось. Собственно, вот и все мое объяснение. Очень просто, в принципе, конструктивно это все вяжется. Не забывайте про образец и не забывайте считать правильно петельки. Не игнорируйте вертикальную плотность. После того, как вы свяжете изделие, его надо постирать, на горизонтальной поверхности высушить его или отпарить. Кто как делает, кто как хочет. Это, в принципе, одно и то же. И образец тоже не забывайте, надо будет постирать или отпарить, чтобы посчитать плотность. Ну и до новых встреч, мои хорошие!